Привет, привет! Сегодня у нас 10 мая. Я хочу вас поздравить с прошедшим праздником Днем Победы. Да. Дети у нас ходили. Они... Ходила с Дианой, что-то у них только кашу не получилось поесть военную, у нас не получилось пойти. Мама у нас улетела отдыхать, теперь, конечно, без мамы вообще будет тяжко, без помощи. Хорошо, когда есть мама рядом, это невероятно. Я что-то у нее спросила, говорит, она все уже на Кубань полетела к родственникам. Я говорю, мам, ты что, когда вернешься? Она такая, ну, не знаю еще, ну, наверное, все лето. Ну, а что сделать? Господи, на пенсии уже можно и отдыхать, ездить. Там хорошо, что есть, где жить. Что она, там и мама у нее еще живая, бабушка. Есть сестра, вот она к сестре поедет. Бабушка, ну, сестра за бабушку ухаживает. А тоже бабушка уже тяжелая. Уже тяжело, конечно. Все, она, мы когда разговаривали, она говорит, ой, так это, у них что-то раны, брату женщины умирали. От кого? Вот я, наверное, не доживу. Всегда папиной маме говорила. Вот, да, раньше тебя я помру. Вот уже сколько бабушки уже, не знаю, лет 8 нет. Раньше. Хотя думала, что нет, я к тебе раньше умру. Так жутко, конечно, об этом всем говорить. Ну, уже у людей видел чистенькие машинки? Да, видел? И у нас бы была сегодня. И у нас была бы. У нас Сакер Херк сломался. Привет. А что снимать-то, Оксаночка? У меня проблема. Да? Свое призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям, нам дворцу замок. Гуляли сейчас дети. И Таня заснула. Ну-ка, где-то там спит. Да? Нем, вдвоем. Это Любаша нам присылала. Мы из Германии. Спасибо ей огромное. Пользуемся. Вот удобно то, что двоих можно посадить. Еще вон там ручек. Угу. Можно двоим катить. Такой у них домик свой. Ну, там игрушки можно положить, ну, чтобы ребенку удобно было. Ну, что, тебе ли там понравилось? Да. Да? Я тоже хотела сначала залезть, но меня бы эта коляска не выдержала. Да выдержала вы с Лидой. Нет, было... Я думаю, вы весите одинаково. Ты как думаешь? Поехали. Она 30. Она 20. Чем-то килограмм есть. Надюша помогала тут Роме машину мыть. Дети ходили, гуляли. У нас Керхер не сломался. Ну, начали мыть и под давлением шланг вырвало. Все. В машину хоть? А? Не в машину хоть? Ну да, представляешь, так бы, если в машину. Так вообще еще и вмятина была бы. А ты что, коврик, да, мыл в этот момент? Коврик подумал. Да, я что-то об этом не подумал, Анюта, он правильно говорит. Время 5 часов. Такое видел, уже это. Люки открывают люди. Такая обманчивая пока погода, а тут снег был, а тут сегодня лето.
плюс 14, да, сегодня? Ну, что-то и мне, я, конечно, не нравится, Анюта уже все, 9 мая, какого-то это обманчивое тепло, на самом деле, кажется, что тепло, а на самом деле можно заболеть и очень знатно заболеть, именно сейчас. Уже в туфлях ходила, я говорю, ну ты даешь. Интересно, ценообразование, слушай. 10 метров 2000, поняла? Ну, 2200. 15 метров на 5 метров всего длиннее. 3900. Сейчас смотрит на зоне, пытается найти этот шлаг, чтобы взять его. Вы можете заказать, 19 числа придет. 19 числа придет? Да. Еще десятку там надо заказывать. А у нас, ты думаешь, сколько было? Ну, не знаю, на скидку, мне кажется, на метров 8. Раньше он десяткой был, наверное. Может быть. Не знаю, я же не замерял ничего специально. Мне самое главное было это размер и резьба, вот это все, что ну, подошло все точно. Ну так-то, конечно, удобненько длинный шланг. Но что получается, два раза, да? Или насколько дороже? Ну вот, смотри, 1210 метров. 1200? Ой, 2200. А, 2200? Ага. А 15 метров 3900. Это что получается? Это, знаешь, дорого получается. А вот. Что, только такие, да, когда что-то у них нету? Ну вот сейчас, не, я вот просто нашел, что все точно подходит. Сейчас буду смотреть. У этих 3700 стоил, но его нету, 15-метрового. У этих тоже 3400, но нету 15-метрового. Поэтому это поискать сейчас еще. А ты на Велбек не пробовал смотреть? Нет еще. Оно, кстати, часто получается так, что смотрю на Озоне, потом смотрю это же на Велбересе, Валбересе, да? И бывает, что на Валбересе дешевле. И причем бывает такая, знаешь, значительная. Вчера эта клубника моя пришла уже сюда на сортировочный, этот ноябрьский уже. Но что-то нету, чтобы она доставлена была сюда на почту. Может попробовать заехать? Не знаю, может попробовать что-нибудь. Интересно, почта сегодня работает? Наверное, должна вообще-то. Вообще-то выходные у людей вообще-то. А, да. Поэтому неизвестно, работает. Может, поэтому не приходит это помещение, что оно не работает. Возможно. У тебя Валберес что-то есть, получается? Да, вроде что-то есть. Чего-то это на Валбересе. Вот есть один вариант. 210 метров. Вот, ну пока по штекеру еще посмотрим. По штекеру, по-моему, подойдет. Тут, блин, не описание, ничего, но вот написано, что вроде должно подойти. Вес только указан. Чем хорошо на Озоне без проблем можно вернуть. Вот на Валбересе это проблема. Это такая проблема сдать назад товар. Что-то невероятное. У нас тогда чем мы-то покупали мусорное ведро такое, которое сенсорное, автоматически открывается. Сколько мы-то? Месяца три, наверное, да, попользовались, и оно сломалось. Uh-huh. У него гарантия была год. Мы спокойно сдали, нам вернули деньги. Ну да, кстати говоря, тогда. На Валберес такое вообще. Порой вообще реально приходит как полный товар, и тебе не возвращают с него деньги. А, ну да, они возвратные, да, типа там.
товар. Да, даже если возвратный, это еще где-то одежда, да, там можно ее еще вернуть, ее не принимают. А вот шланг, что-то мне кажется, что... Ну, а там посмотреть на там, стоит возвратный, не возвратный. Потому что на Валберес все получил, все. Поздравляем вас с покупкой. Белый Мерседес впереди ехал, только чистеньким. Сейчас тоже впереди едет белый Мерседес. Ну, более грязненький. Ну, да, грязненький. Мы в Валберес едем? Ну, дальше заскучимся, берем. Ну и чё? Всё, и скупимся же. Так что ты выходишь? Я тебе сейчас код пришлю. Хорошо. Чтобы он что сделал? Пошел машину. Что-то там это джинсы, мне кажется, деяния будут длинные, а ну а Нюхин, мне кажется, на похоже. Так это для Нади купил вообще джинсы. Для Нади? Да. Ну они длинные, что-то безумие. Да ты чё? Угу. Это не тебе, это Надюша. А? Ну, у нас хорошо, так порой заказываешь что-то. Заказывал тогда. Анюте подошло вообще Диане. Вообще мало мерит. Потом заказывал Диане, подошло Анюте. Так вот, у нас, конечно, с этим попроще. Как бы, если заказываешь что-то, размер где-то что-то не подошел, кому-нибудь, но подойдет. С обувью точно так же, что. Если не одному, так другому подойдет. Вроде вообще уже снега нет. Видел, что даже в лесу. Смотри. Угу. Это у нас там еще сугроб. Здесь уже лоб. Да. На больнице повесили эти шарики в цвет флага. Видел? Нет. Прямо с каждого окна висят шарики. Там трактор впереди. И автобус. Вообще круто так. Да. Это сейчас... Факт, наверное, что проедем. Зато мы выбрали заехали. Да. Так сейчас только 7 часов вот. Поэтому мы это не могу сказать, что мы прям. Как бы там не пришло ждать. На Валберсе ничего нету, короче говоря. Да? Надо сейчас поставить, что Джонсон странно, 128 я заказываю на Надюшку. Прям длинные, если ты говоришь. Ну длинные это, блин, это не короткие, можно обрезать. Может быть, знаешь, ты хорошо, когда делают длинные, что на ребенка подойдет. Просто бывает такое, что ты заказываешь, а они для таких пупушечек, ну, на худенькую, ну так, что, реально так будет. Ну, мне кажется, они не будут длинные. Они вообще длинные. Ну, длинные, Ром, это не проблема обрезать. Главное, чтобы на попу налезли. На, блин, трактор. И дитя не успеет. Куда? Куда ты? Он говорит, вы еще за мной светофор постоите. Зачем поворотники включать? Для кого они придумали? Я же на тракторе, можно без поворотников ездить. Красавчик перестроился вообще без поворотников, без ничего. Топил, главное топить. Телефон нужно разрядки не сделать. Ох, ух ты какой.
Завери машина. Нашел 2300, а подожди, чтобы не обманул, 12-метровый, 2800. Вот видишь как. Ну там получается 10 метров 220 рублей, да? 10-метровый уже 2200, ты говорил? Угу. Ну считай, а здесь 2800, они за 2 метра по 400 рублей посчитали. Ох, прикол, сейчас, слышь, тот встал поболтать, этот открыл, вообще, такое только у нас было, может быть. У тракториста, ты ждешь. Да, наверное, я на тебя не буду, что тут попа такая большая. Блин, ну жалко, надеюсь, что ты показал такие вообще классные. Вообще крутые. Ну еще посмотришь, я не можешь у Нади будут. Я вот не могу понять вот на попу. Сколько они будут. Да? Блин, как-то я думаю, здесь обрезать, а здесь вон что, какой край. Поэтому я не могу. Только это здесь, если обрезать, то только обрезать с этой по вот эту. Чтобы полностью вот это отрезалось. Ну, пуговица станет все равно. Что там происходит в Латвии, Рома? Это жуть. Люди пришли к монументу, на площадь Победы. Они забором полностью закрыли памятник. И люди то, что пешком шли, там закрыли, чтобы люди не могли ехать. Они, значит, люди пешком шли с букетами, столько цветов положили. И, значит, вызвали тут же этот трактор, короче говоря, он все сгреб. Все эти цветы в мусор, все, там столько цветов вообще просто. Машинами грузили эти цветы. Вот, ну и люди, кто шел с букетами, начали их, короче, заламывать, вязать. Это, и люди просто стояли, смотрели на это все. Блин, у меня аж слезы, это я сейчас посмотрела в новости. И люди начали это, скажи мне, Катюшу петь. И с Днем Победы, и Катюшу начали петь. Представляешь, блядь, можно исполнять или нет? Тоже езжу, не знаю даже. Можно уже вся. Ну, разметки нет. Разметки не видно, да? Все, я люблю тебя, побежала. Не плакай, не плакай, не смотри новости, плохо влияет. Конечно, конечно, это ж. Ну, когда запели еще. Шути. Что-то все странное. Дальше все сложно. Водитель наверх. Так что такие вот дела. Блин, вообще так жутко вам. Вообще русофобия капитальная. В Узбекистан приехали с гастролями какие-то певцы. Блин. Им запретили на русском петь. Да? В Узбекистане, Оксан. Везде сейчас сейчас полная русофобия, все везде русофобия. А Узбекистан они ничего не знают, не союзники наши. Ну вообще-то союзники. Так и Казахстан союзники наши, и что толку? Мы даже в одну эту входим. А толку-то что? И вон все запрещено, у них на русском говорить, и все. Запрещают, все, полиция ходит. Не разрешает говорить на русском. Поэтому...
затираемся и идем дальше. Вот такая дешевка. Что есть еще дополнительно где-то наклейки. Диапазон кей. На русском, а про что-то военные песни запретили петь. Поняла. Ну вот, короче говоря, это с победой чем связано запретили. Это же история. Ну. Это ж не то, что сейчас происходит или вчера происходило, это же история. Ну. Они же тоже воевали. Их деды же тоже воевали. Наравне все встали и пошли. Ну, человек катают, да? Да. Деловая колбаска. Ну да. А? Конечно. А катают. Как не деловая, деловая колбаса. Ну, что, тебе нравится, как катают? Конечно, здорово. Диана еще не доела до сих пор. Вот? Диана еще до сих пор не доела. Не доела? Я очень сильно наелась. Ну конечно, я спрашиваю. Господи, во что тут все превратилось? А мне такое отдали. Снизу она такая. Конечно. Я ужас как кушать хочу. Ты что, не наелся? Да я целый день не ел с ним. Ну, с утра там что-то жевнул. Что, мы здесь лучше поворачивать или дальше? Лучше здесь поворачивать. Лучше здесь? Последний раз ездил, там уже дорога. Да. Так что сварю борщ, я мужу, ладно. Вы его забудете убрать, и он скиснет. Я так вообще люблю готовить, когда все скисает потом. Ты как думаешь, теперь на Nissan тоже переобуть? Зиму шатаю. Оказывается, таблет уже вышел. Понимаешь? Да. Да это, оказывается, пришло уже. Ты в курсе? Да. Чё, да? В курсе. Чё, богатство всё закрыли, значит, так? Что я
не знаю, что мы тут делаем. Что-то стук какой-то идет, не пойму. Да. Похоже на эти. На стойки стабилизатора похоже. Диан, будешь выходить? Можно выйти? Ну, а чё у тебя кто-то? Можно печку поделить? Печь хочется. Да, ну вот, пусть. Вот это выйдешь, сюда наберёшь. Да, сюда тоже будет набрать свеженько, да. Только ром попробуешь, сама не лезь. Что не уходит? Да, это тоже глотну пока еще ты. Да, что-то как-то сильно по-летнему. Приехали мы за водой. Здесь еще много снега. В городе так смотрели, там немного. Там уже вообще снега не видно. Тут вон. Тут. Ой, грязно так вообще. Так люблю шум воды. Такой мусор. Вам уже поставил набираться. Угу, тоже за ручеек бежит. Здесь прям на субботник сделать, приехать здесь собрать мусор, да? Поухаживать за родником. Да, ну что, каждый один бутылку выбросил, пакетик, вот так оно по чуть-чуть. И вот тебе помойка. Это Ром, вот ты зря отправил, значит, наберет себе эти ботинки, вымочит. Диан, не надо, давай, иди сюда. Ну не надо, вымочишься, не надо. Все беленькое, беленькое. Да, я помню, как мы сюда приезжали с Надей. Ну, тоже воду с дядей Ромой набираете. Мы всегда туда залазили и ягоды искали. Ну да, там далеко-далеко. Диана говорит, тоже хочу набирать воду. Оп. Да, я быстро набралась, твоя бутылочка. Так. Что-то вот это здесь быстрее вода бежит, здесь медленнее. Угу. Ледяная. Ледяная, да. Чистенькая водичка. Теперь чистая, родниковая вода. Да. Холодненькая. Все, поехали. По этой грязи назад. Давай возьмем тупку.
завтра дети в школу, да? Я. Что-то стучит, слышишь? Да, говорю же, стойкий стабилизатор. Делаю. Ощущение, что стойкий стабилизатор. Водительская. А? Водительская с этой стороны. Это куда ездил на экстриже? Тоже услышал, стучит. Вышел, ну, колеса покрутил, проверил, вроде нормально. Но там опять же она идет вот так поперек всей машины. Там резинки на ней. Может, там она брякает, блин. Как весна каждый раз. Начинается ремонт ходовой. Вроде эту зиму-то и не эксплуатировали роддом, да? Угу. А все равно. Ну, срочно это делать, все, ну а что это? Которые не наполнились, которые с клёвы набирались и шумят. Потому что им там только ездить будут пыхаться. И вот эти хрида. Где? Блин, а где там? Этот... Тон. Тут щёлка протекла. Сгущенка? Угу. Но на коврик все равно неприятности. Тут только одно. Откуда она сгущенка взялась? Магазина. Куда она там взялась? Жвачку. У меня есть. А у тебя, Диана, есть? Девочки. Гости нас туда. Сейчас я найду, где я спихал.